Друзья, снова привет. Мы находимся на Warface Open Cup. Сейчас пообщаемся с блогером, ютубером, очень известным человеком в Warface комьюнити, который вам расскажет, представится для начала. Да, Разор, он же Александр. Всем привет. Ты делаешь видео, да, по Warface только у себя на канале? Ну, практически Warface, ну и иногда другие free-to-play проекты тоже. Стараюсь обозревать, какая-то новая игра выходит, но надо снять, людям показать. Мне кажется, интересно. А сколько у тебя подписчиков? На данный момент 223 тысячи, ну почти 222. Ну, расту, стараюсь. Может быть, не так быстро, как хотелось бы мне, но медленно, но верно, скажем так. А сколько твоему каналу месяцев, лет? Ну, можно сказать, Ютубом я начал заниматься где-то 2,5 года назад. До этого у меня был канал, ну, просто как аккаунт, поэтому так-то он зарегован в 2010 году, но именно видео свои я стал заливать в где-то осень 2012-го. А почему именно Warface? Ну, не знаю, когда Warface только стартовал, мне эта игра понравилась, я в нее перешел из другого проекта Mail.ru под названием Perfect World. MMORPG, и ну, я подумал, а почему бы не только играть, но и показывать свою игру другим. Ну и оказалось, это интересно, любопытно. Ну и я, наверное, интересно рассказываю людям, раз они смотрят. Ну и в итоге как-то я, можно сказать, рос с этой игрой, и могу, как такой старый игрок, опытный, высказываться по каким-либо вопросам. Ну и, наверное, люди это уважают. Ты только делаешь видео, готовишь, выкладываешь или стримишь тоже? Стримы тоже бывают. Где-то стараюсь вот каждую неделю, каждое воскресенье проводить стрим, где мы общаемся с подписчиками, я там отвечаю на вопросы, какие-то самые главные новости игры обсуждаем. Так что стримы есть, но я не могу назвать себя стримером. Я в первую очередь все-таки ютубер, обзорщик, видеоблогер. Пробовал ли ты стримить на нашу площадку, на площадку Good Game, потому что у нас сервис, который имеет непосредственное отношение к российскому пользователю, поэтому мы как бы стараемся все делать качественно именно под стримеров и под зрителей. Ну не знаю, мне кажется, что большинство моих зрителей, ну, только на Ютубе. Я не знаю, просто если давать какие-то анонсы, мне кажется, не так много людей посмотрит на каком-то другом ресурсе стримерском, чем на Ютубе, потому что у них там все прекрасно сразу появляется. Там, мол, Разор начал стрим, я пошел к нему на стрим. А давать какие-то ссылки, приучать своих зрителей, которые довольно консервативны у меня, к чему-то новому, это всегда сложно. И пока я не готов на этот шаг пойти. Ты же ищешь новую аудиторию, а новая аудитория на других ресурсах, по сути. Ну, возможно, возможно, но пока нет. Я тебе расскажу потом о возможностях сервиса Good Game. Ты, может быть, поменяешь мнение, но это так за кадром интервью. Сам ты не киберспортсмен, не участник, только видео, только игра? Ну, в начале, когда Warface только начинался, я действительно, можно сказать, был киберспортсменом, когда еще не было вот этих всех турниров, Open Cup'ов. Я, по большому счету, даже играл с некоторыми из тех людей, которые сейчас выступают на сцене. Но потом как-то я переболел вот этим вот киберспортом и решил просто делать ролики. То есть я не могу назвать себя каким-то мега-супер-скилловым игроком, но я достаточно неплохо играю, раз мои видео смотрят, и как бы многие смотрят именно из-за того, что я показываю хороший уровень игры, и у меня большие знания, скажем так, по игре. Я могу поделиться, как лучше играть, как лучше на той или иной карте с той или иной пушкой бегать, чтобы успех тебе сопутствовал. А ты донатишь в игру или все своими силами, всего своими силами достигаешь? Я доначу и, в принципе, считаю, что это, в этом нет ничего плохого, предрассудительного. Если тебе проект нравится, то почему бы не вложить в него денег? Тем более мои подписчики любят, к примеру, смотреть, как я кручу, да, разные кейсы, коробки удачи по-нашему. И раз людям нравится, почему бы этого не делать, в конце концов?
Ты готовишься к каждому своему видео? Готовишь его, режиссируешь, пишешь сценарий? Или у тебя больше спонтанного чего-то? То есть ты, может быть, план какой-то составляешь, а сам текст там, и ну, вообще твои слова, твои речи, это все спонтанное? Ну, больше, можно сказать, да, из головы. Я примерно намечаю тему и начинаю о ней разговаривать. И примерно мой ролик длится 10-15 минут, я за это время укладываюсь, объясняя там что-то. Хорошее это оружие или плохое, почему оно хорошее или почему оно плохое, стоит ли его покупать или нет. Но у меня на самом деле различная тематика роликов, и есть те, которые действительно монтаж, к которым нужно долго готовиться, но большинство из них именно такие, скажем так, я из головы все беру, я текст себе не пишу перед видео, запускаю просто и, соответственно, разговариваю. Задатки прекрасного стримера. Да, я, кстати, об этом думал. Мне кажется, я мог бы проводить стримы, которые интересны публике, но... Да, я их провожу, в принципе, но, возможно, действительно стоит проводить их чаще и, возможно, по другим играм. Да, и игры доварьировать, тогда будет побольше аудитория. А... У тебя сразу получалось, и вообще сколько дублей тебе приходится делать, прежде чем ты остался доволен и опубликовал видео? Я не знаю, в плане игры или в плане озвучки. Если в плане игры, то я стараюсь сыграть, ну, два, ну, это, конечно, как повезет, но обычно 3-4 боя сыграешь, выбираешь из них лучший, а в плане озвучки, ну, с... Бывает с первого раза, как повезет, бывает с третьего, но я не могу сказать, что там сижу часами и там с 25-го раза только у меня получается записать качественную дорожку звуковую. Нет такого у меня, в принципе. Ну, я действительно, возможно, могу заниматься стримами, но просто не готов пойти на такой кардинальный, наверное, шаг. Да, полностью на стримы пока не хочу. А ты впервые на LAN приехал в Warface Open Cup или до этого бывал? Да, впервые. Мне тут все новое, интересное. Вот расскажи о впечатлениях поподробнее. Ты вдохновился, воодушевился, потому что ты видишь, например, есть ребята, комментаторы ведут сейчас матч, и может быть, ты даже подумал, что ой, на их месте мог бы быть я и податься в комментаторы еще. Нет, ну не знаю, все-таки, мне кажется, комментирование это немного не мое. Ну а так, действительно, много людей, интересно, так неплохо все организовано. Правда, вот задержка на 2 часа получилась, к сожалению. Но в остальном же вроде как все нравится, все им прикольно. Люди подходят, фотографируются, это приятно на самом деле. Новая для тебя, наверное, тема, потому что до этого, если ты дома был, ты не встречался с фанатами, а сейчас ты их увидел. Встречался, но это мой второй раз, можно сказать. У нас была сходка по нашей игре в моем городе. Ну а вот это второй раз после сходки, когда... А из какого-то города? Из города Саратова. Довольно большой. Ну, довольно большой, да. И... Ну да, было, было. Подходили, фотографировались, но здесь, конечно, значительно больше и приятно пообщаться с теми же фанатами или с другими видеоблогерами вживую, скажем так. Одно дело там ВКонтакте или по Скайпу, а другое дело именно. Или там разработчикам какой-то вопрос задать. На самом деле очень такая интересная вещь, вот эти все соревнования, турниры, собрания. Полезно, тем более для блогера, для ютубера, да? Потом есть о чем рассказать. У тебя будет какое-то видео по итогам твоей поездки? Или да. Ты просто... Да, обязательно будет. Я постараюсь как-то это все красиво нарезать, сделать под музыку, чтобы людям было интересно. Ну, не зря же просто так, что сюда приехал. Надо показать, как это выглядит изнутри, потому что одно дело, люди смотрят стрим, где показывают комментаторов, либо диванчик Серентика, либо, соответственно, саму игру. А другое дело, вот эта вся зона, где игровая зона, где кушать, столовая, все дела, да. Мне кажется, это людям реально будет любопытно глянуть. А, расскажи о своих интересах вообще. Смотришь ли ты стримеров, смотришь ли ты других ютуберов? Есть ли у тебя телевизор и смотришь ли ты его? Ну, что касается стримеров, нет, пожалуй. Ну, разве что Мэдисона можно отнести к стримерам теперь уже, наверное. А так на ютубе я не очень много смотрю, к сожалению, времени
не хватает, чтобы смотреть там пятичасовые стримы кого-либо. В остальном же, ну, интересы такие, читаю, машинами увлекаюсь, футбол смотрю, ну, вуз, разумеется, тоже, на образование получаю. Но очень много отнимает, на самом деле, времени и на какие-то развлечения, и работа, и учеба, и все остальные хобби, и на какие-то развлечения уж прям не остается, к сожалению. Одногруппники в курсе, чем ты занимаешься, и как относятся к твоей выбранной стезе? Ну, знают и относятся в целом положительно, любопытно, они спрашивают, как это вообще изнутри, потому что, ну, человек, который просто смотрит стрим, это одно дело, а когда он знает кухню, скажем так, это совершенно другое. Интересуются, спрашивают, поддерживают, некоторые даже смотрят человека 2-3. Какое ты образование получаешь и собираешься ли ты потом по специальности работать, или все-таки будешь зарабатывать себе тем, чем сейчас? Ну, мое образование, моя специальность довольно такая, сложно ее объяснить, но, скажем так, что-то среднее между геологом, географом и экологом. И вряд ли я буду работать по специальности, если честно. Либо найду какую-нибудь себе работу в другой среде, либо, возможно, действительно продолжу идти по карьере ютубера, стримера, видеоблогера, потому что пока что мне это дело нравится, доставляет удовольствие, а когда работа доставляет удовольствие, мне кажется, это очень и очень хорошо. Ну а вообще образование, учеба пригождается тебе в том, в видеоделании? Ну, я считаю, что здесь полезнее кругозор какой-то и, ну, не знаю, интеллект, что ли, человека, чем просто корочка или там нахождение в вузе. Потому что, ну, можно ходить в вуз, сидеть на парах и ничего там не делать. А можно заниматься, к примеру, самообразованием, какие-то книги читать, смотреть фильмы, такие документальные, возможно, научные какие-то. Поэтому мне кажется, что... В принципе, корочка сейчас в особенности не очень решает. Главное, что у тебя в голове. Отлично. А какую книгу ты последнюю прочитал? Есть ли любимое что-то? Что касается книги, недавно дочитал «Замятина. Мы». Антиутопия такая. Ну, а что касается... Ну, в целом, пожалуй, да. Да. А что касается любимой книги... Ну, мне сложно, честно говоря, сказать, выделить какую-то одну. Мне нравится фантастика, ну, пусть будет «Песнь льда и пламени» Мартина. То есть та книга, по которой сняли «Игру престолов», да, довольно знаменитый сериал. Отлично, хорошо, спасибо большое тебе за интервью, было очень интересно с тобой пообщаться. Приезжай еще, будем общаться дальше. Приглашайте, я приеду. И... Обязательно. Передавай привет и обращайся к своим фанатам, комьюнити. Ну да, передаю привет, конечно, всем моим зрителям, всем моим подписчикам. Ну и вообще, наверное, всем, кто посмотрит этот ролик. Желаю вам всем счастья и удачи в жизни. Ну а с вами был Разор. Пока.